Всем привет, с вами Статус. Сегодня я сделал для вас самую полезную подборку товаров с AliExpress. Целых 20 товаров для дома. И как вы уже знаете, все товары, про которые я вам рассказываю, необычные и оригинальные. Смотрите видео целиком и полностью, ведь я разыграю для вас аж 3 крутых товара из этого видео. Поехали! Наверняка все, кто любит готовить, мечтали научиться так же быстро владеть ножом, как эти профессионалы. Но для этого необходимо долго и упорно тренироваться. И тут-то заключается беда. Некоторые не могут себе позволить тратить много времени, оттачивая навыки кулинарии, а некоторые просто ленятся, как я, например. Ну не отчаивайтесь, процесс не стоит на месте. Для нас с вами уже давно придумали этот крутейший нож в форме колеса. Им можно нарезать абсолютно любой продукт, не требуется специальных навыков владения кухонным ножом, и скорость нарезки будет как у профессионалов экстра класса. А знаете что? Пожалуй, этот нож будет одним из товаров, которые я разыграю в конце видео. Я даже прямо сейчас его закажу. Чтобы получить на него хорошую скидку, я куплю его через кэшбэк-сервис SmartySale. Так, вот он наш красавец, теперь осталось оплатить. Все, готово, нож уже оплачен и скоро нам его отправят. Посмотрим, сколько я сэкономил со SmartySale на этой покупке. Посмотрите, целый доллар вернули обратно. Здорово, не правда ли? Ссылку на этот классный кэшбэк-сервис я вставлю в описании к этому видео, а мы погнали дальше. И опять товар для тех, кто любит готовить. Для точного соблюдения рецепта необходимы две вещи – мерный стакан и кухонные весы. Так вот, у меня для вас хорошая новость. Находчивые китайцы создали такой товар, который объединяет эти два предмета, и не только их. Встречайте, это мерный стакан со встроенными в него весами и термометром. Ну уж теперь ваш любимый десерт будет всегда получаться одинаково хорошо. Пожалуй, самый удобный кухонный предмет. Я думаю, многим геймерам знакомо выражение «застрять в текстурах». Думаете, такое возможно только в игре? Ну, в общем-то, да, но я для вас подыскал товар, который создаст иллюзию застрявшей в текстуре вещи. Посмотрите на эти кружки, они просто великолепны. Думаю, многие при первом взгляде на нее будут в легком недоумении, особенно ваши друзья после долгих компьютерных игр. Они созданы не только для декора, из них можно пить любые напитки, и они довольно-таки удобные в обращении. Пожалуй, это будет второй товар, который я разыграю в конце этого видео. Помните, у меня в одном из обзоров была такая огромная кровать в форме Пикачу, но согласитесь, довольно странно видеть Пикачу таких гигантских размеров. А вот подобная кровать в виде Тоторо выглядит очень даже гармонично. Кровать очень удобная, идеально подойдет для детской комнаты. Цена, конечно, не маленькая, но все равно стоит гораздо дешевле, чем обычный диван или кровать. Всем знакома проблема запотевшего зеркала в ванной. Помылся и в зеркало не посмотришься. Приходится протирать зеркало ладонью, а когда оно высыхает, то остаются разводы от ладони. Но китайцы придумали штукенцию и для этого случая. Это дворник для зеркала. Да-да, дворник для зеркала. Крепится на присоске и вращается вокруг нее. Зеркало запротело, просто провел дворником по нему и все. И не будет никаких разводов. Удобно. А теперь плавно переходим к декору туалета. За всю жизнь человек проводит около 3 месяцев в туалете. Согласитесь, что это весьма солидный промежуток времени. Так почему бы не провести его по-королевски? И в этом вам поможет такая стильная виниловая наклейка для туалета. Трон из Игры Престолов. Ох, смотрится шикарно. Пора почувствовать себя королем. На мой взгляд, сказки любят все, и взрослые, и дети. Следующий товар поможет вам почувствовать себя ее участником. Вы только представьте себе, это тот самый чайный сервиз из диснеевского мультфильма «Красавица и чудовище». Вот уж не думал, что смогу найти на AliExpress нечто подобное. Сервиз выполнен в точных пропорциях из качественного фарфора, поднимает настроение гостям, идеально подходит в качестве подарка к любому празднику, например, на Новый год. Еще одним оригинальным украшением стола будут такие стильные кружки в виде лампочек. Выглядят, ну, очень оригинально. Кружки плотно закрываются крышкой, благодаря чему их с легкостью можно носить с собой. Есть разных размеров, так что каждый подберет себе подходящую. А еще она идеально годится для создания одной очень интересной штукенции, которую делал Юрий Янев на канале Сливки Шоу. Кто отгадал, о чем идет речь, пишите правильный ответ в комментарии.
Порой бывает так, хочется нажать на какую-нибудь чудо-кнопку, которая превратит ваш обычный интерьер в романтическую и расслабляющую обстановку. Спешу вас порадовать, это желание осуществимо. Осуществимо при помощи таких лампочек с пультом управления, которые могут менять не только яркость освещения, но и цвет. Можно даже настроить автоматическую смену цвета и яркости. Вот и все, достаточно заменить обычные лампочки в вашей комнате на эти LED-светильники и меняйте освещение хоть каждую минуту под настроение. Красиво, что не говори. А для любителей погонять чаи я нашел такое забавное ситечко для чая в виде человека, отдыхающего в ванне. Поднимет настроение вашим гостям, когда вы подадите на стол кружку с этим человеком или с таким милым моржиком. Вообще у производителей сита для чаев очень богатая фантазия. Тут вам и аквалангист, и собака, и белка, которая опускает свой хвост в воду. В общем, в описании к видео я дам вам ссылки на всякие разные ситечки для чая, так что каждый подберет себе по вкусу, а мы поехали дальше. Кто знает, какой завтрак самый популярный в мире? Правильно, омлет. И для того, чтобы упростить процесс приготовления этого блюда, подойдет вертикальный гриль для омлетов. С ним вы станете готовить самые вкусные омлеты в истории человечества. Процесс приготовления гораздо быстрее, чем на сковороде. Получаются такие классные рулетики на шпажке. Можно добавлять различные ингредиенты, чтобы ваши омлетики были еще вкуснее. Помимо омлетов, в нем можно готовить хот-доги, различные ролл-блинчики, а также кебаб и буррито. В общем, я, наверное, буду переходить ко следующему товару, а то что-то кушать захотелось. А как вам такие тапочки? Они пожирают мои ноги! Тапочки-зомби хоть и упоротый товар, но носить их очень удобно. Будут согревать вас дома, пока за окном бушуют лютые морозы. Тапочки прикольные и стоят недорого. Если ваше освещение на кухне недостаточно хорошее и вам постоянно приходится напрягать свое зрение, чтобы приготовить ужин, а провести проводку и установить дополнительное освещение на подвесных шкафах не представляется возможным по каким-либо причинам, тогда вас спасут такие светильники на батарейках. Крепятся они на обычный двухсторонний скотч, включается за счет нажатия на сам плафон. Стоит недорого, всего 80 рублей за штуку. Светят очень ярко и батареек хватит надолго. Их можно крепить не только на кухне, а где вам захочется. Например, в погребе или над полками в гараже. В общем, товар очень нужный, ведь лишнего света не бывает. Продолжаем тюнинговать нашу квартиру различным освещением. Как вам такая подсветка воды на смеситель? Меняет цвет в зависимости от температуры струи. Если вода холодная, подсвечивается синим, если горячая, тогда красным, а если струя зеленая, тогда смело можете подставлять под нее руки, это значит, что вода оптимальной температуры. Очень удобно и главное красиво. В описании я вставлю ссылку на проверенного продавца. Обычное телевидение сейчас отходит на второй план, уступая почетное место интернету. Если вам не посчастливилось стать обладателем современного смарт-телевизора, тогда не спешите отчаиваться, эта проблема решается всего за пару тысяч рублей. Эта приставка сделает из вашего обычного старого ящика современный смарт-телевизор. Вставляете его в порт своего телевизора, и он превращается в зверя с четырехъядерным процессором, оперативной памятью на 2 гигабайта. Принимает Wi-Fi, работает на андроиде и читает все форматы. Круто, не правда ли? Хорошее решение для бюджетного телевизора. Чтобы жизнь была слаще, нужно есть сахар лопатами. Не переживайте, так вы сахарный диабет не заработаете, ведь я говорю об этих красивых ложках в виде лопат. Выглядят просто супер, сурово и по-мужски. Ух, наверное, так вкусно такими ложками есть мороженое. Эти лопаты бывают как столовые, так и чайные. А представьте, как они круто будут смотреться в комплекте с чайным сервизом из «Красавицы и чудовища». Думаю, ваши гости будут в восторге от такого изобилия у вас дома оригинальных вещей. А как вам такие салфетки под горячее? Для настоящих меломанов самое то, салфетки под приборы в виде виниловых пластинок идеально украсят интерьер не только дома, но и бара или кафе. Дизайнер, придумавший такие салфетки, настоящий гений. Мне они очень приглянулись, пожалуй, я закажу их себе. Что-то меня потянуло на креативные товары. Эти замечательные светильники в виде воздушных шаров здорово украсят детскую комнату. Смотрятся великолепно, просты в уходе и главное, что их можно зажигать по отдельности, регулируя тем самым яркость освещения в комнате. Шары получают за свой внешний вид 10 из 10. Если в одной из комнат у вас нет зеркала, а оно вам так необходимо, чтобы лишний раз посмотреть на себя любимого, не спешите бежать в мебельный магазин. На AliExpress есть такие крутые зеркальные наклейки. Гибкие, клеятся на любую поверхность. Конечно, идеально ровного отражения не будет, но зато они никогда не разобьются и стоят очень недорого. А это, пожалуй, самые крутые ночники для детской комнаты.
Они настолько круты, что я, уже взрослый человек, хочу заказать их себе. Выглядят потрясно. Что может быть круче ночника в виде вонзившегося в стену щита Капитана Америки, молота Тора или торчащей головы Железного Человека, Халка или Человека-паука? В комплекте идет 3D-наклейка трещины, чтобы ваш ночничок выглядел более реалистично. Я вам гарантирую, что все ваши гости обзавидуются, когда увидят на вашей стене такой шедевр. И самое главное, это третий товар, который я разыграю среди своих подписчиков, как только под этим видео наберется 30 тысяч лайков. Для того, чтобы принять участие в розыгрыше, нужно сделать всего две вещи. Поставить лайк под этим видео и написать абсолютно любой комментарий. Итоги розыгрыша я опубликую в своей группе ВКонтакте, так что лучше в нее вступить. Подробные условия конкурса вы найдете в описании к этому видео, там же будут все ссылки на товары из этого видео. Напишите мне в комментарии, какой товар вам понравился больше всего. И обязательно подпишитесь на канал и включите уведомления. На этом все, дорогие друзья, до скорых встреч!